Вся социальная сеть, вся, буквально, куда ни зайди, куда ни это, все, везде написано, что вы проголосовали за повышение пенсионного возраста. Ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Вообще, у меня очень много к вам вопросов, очень. Но это самый наболевший, потому что у меня четверо детей, и единственный у меня вопрос, почему мои дети, работая, уйдут на пенсию перед самой смертью? Правда то, что я голосовал в первом чтении, правда. Я как человек ответственный, вы же не дурака избрали. Вы же понимаете, что мы любого, вот вы мне доверяли 14 лет. 14 лет я вам рассказывал, вы видели мои дела, вы читали о них, я вам отчитывался. 14 лет, и вдруг я в один момент с чего-то, вы читаете заголовки, думаете, о, он, наверное, с ума сошел у нас, пора его менять. Вот я один из 450 депутатов, 450 человек. Ну что толку, что толку, если бы я просто хлопнул дверьми и вышел бы? Кто бы меня завтра пригласил? Вот я бы задал вопрос министру или написал бы. Они сказали, так а ты не поддерживаешь. Ты то здесь хочу, здесь не хочу. Я поддержал повышение пенсий. Я поддержал 40% от заработной платы, чтобы было. Я это поддержал. Ну я один... Первый шаг был сделан потому, что мы все поняли, что отвязаться от правительства не удастся. То есть этот законопроект все равно в том или ином виде будет принят. И, наверное, еще можно какое-то время ничего не менять, и я, в принципе, с этим согласен, потому что для нас, для сибиряков, наиболее болезненный закон.